Я опять пропускаю и бьюсь. Если удар идет опять фронтальный, вот попадает мне фронтальный, да, то удар сюда не дает результата. Смотри. Тоже не дает результата. Смотрите, куда бьет удар. То есть нам нужно ударить по направлению большого пальца, чтобы она вылетела. Это техника обезоруживания ударом в палку. Попасть надо вот по этому концу. Поэтому, когда мы начинаем заниматься обезоруживание, первое, мы теоретически понимаем, да, обезоруживать.